Родные, близкие, друзья, сослуживцы и множество знакомых людей. Все они пришли проститься с ефрейтором, разведчиком взвода глубинной разведки войсковой части 9600 Григорием Лариным. Он погиб, выполняя боевые задачи в ходе специальной операции на Украине. Думаю, что именами таких, как Григорий, будут названы и улицы, и школы, парки, скверы. Имена его будут высечены в граните, в тех памятниках, которые будут им установлены. Вечная память нашим героям. Григорий Ларин проходил военную службу по контракту в поселке Рощинский. Сослуживцы отзываются о нем как о верном товарище, надежном, справедливом и мужественном человеке. К сожалению, так сложилось, наверное, что Господь забирает все самых лучших, самых доблестных. Он был настоящим мужчиной. Но никогда не давал слабых в обиду, всегда пытался помочь своим товарищам. Указом президента Российской Федерации Григорий Ларин представлен государственной награде «Орден мужества». Ему было 33 года. У него остались мама, два брата и сестра, а также 8-летний сын. Погибшего похоронили на Южном кладбище.